Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, А, Б, В, Г, Д, Хи. Здорово всем, дорогие друзья, сегодня... Ой, блядь, я же забыл сказать. Хи-ка! Ебать, уже вот это амнезия, нихуя не помню, то есть, что я тут делал, нахуя я это делал. В общем, здорово всем, дорогие друзья, и еще раз. И сегодня оно будет в такой охуенный день, ну, потому что сегодня я буду жать, а любой день охуенный, соответственно, ну, когда есть что нового пожать, если нихуя не жать, соответственно, этот день нельзя назвать не то, что охуенным, а даже хорошим. И сегодня на обзоре у меня будет достаточно вот такое популярное видео у меня на канале, в частности, и оно уже стоит на печке, сейчас я его буду насыпать. Итак... Дорогие друзья, как вы уже могли догадаться, это рис, то есть свежий, еще горячий, но только-только сварил. Ну, это будет не только сам рис, соответственно, но рис вот, вот такой, ну, консервы с такой, ну, тушенкой, вот, знаете, есть там вот эти, бля, макароны по-флотски. Вот это можно сказать рис по-флотски, я не знаю, существует ли он, вот такое название, либо же нет. Вот такая, ну, красивая зеленая, ну, консерва, ну, тушенка, я не знаю, как правильно назвать, ну, тушенка весом 400 грамм, она в основном сделана с курицы, хотя ее здесь очень, ну, мало. Вот такая тушенка, ну, кому интересно. Сделано в Польше, и что я уже сейчас вижу, это в составе очень много Е, очень много, ну, не факт, что это там какая-то химия, потому что Е там могут назвать даже, там, например, соль, либо же, ну, перец, вот эти, ну, привычные, ну банальные, ну, какие-то ингредиенты, но, тем не менее, конечно, мяса здесь очень мало, вот, вода на первом месте, на втором месте мясо, ну, куриное, механического обваливания, ну, 33%, ну, то есть на то, что оно механическое обваливание, это, в принципе, абсолютно нормально, я не из тех, кто считает вот это мясо, ну, каким-то плохим, но то, что всего лишь, ну, 33% в консерве, в тушенке, это, конечно же, маловато, хотелось бы больше, и плюс еще вот это, как это называется, ну, кожа, ну, куриная 17%. То есть, если, ну, кожу посчитать как мясо, то общей сложностью получается, это, бля, в районе, ну, 5-10%. Ну, в общем-то, не важно, дорогие друзья, давайте же анбоксинг, ну, консервы, тушенки вес 400 грамм, очень большая. Сделана она в Польше, написано вот на нашем языке, я думал, сделана у нас, а нет, сделана в Польше. Итак, барабанный дробь. Вот так она выглядит. Ну, то есть, в принципе, чего-то другого ожидать было глупо, потому что она стояла в холодильнике. То есть, даже если ее, ну, перевернуть, она не упадет, потому что она там цельная, ну, конструкция. Вот видите, цельная, ну, конструкция. Так. Давайте же насыпем. Так. Я буду сыпать чисто на глаз. В прошлых видео в комментах написали, типа, а ну, почему ты его там не разогреешь, там на сковородке не пожаришь? Да потому что мне лень этим заниматься, я не вижу там никакого смысла. В общем, где-то наполовину насыпал, вот видите. И давайте же... Так. Фотография на заставку. Так, вот так она выглядит.
Я не знаю, едят ли еще где-то вот рис в тушенке. Вот макароны там едят абсолютно везде. А вот рис лично я не слышал. Ну, это такое блюдо из разряда, что оно было в холодильнике, там, то и совместить, вот и заявить. Ну, в принципе, так я думаю, едят большинство людей, там, несмотря там на, сочетается вот эти блюда, либо же нет. Я считаю, что рис с тушенкой, тем более из курица охуенно сочетается. Я не солю, не перчу, но рис я не вижу в этом никакого смысла, потому что я не люблю соль, то есть от нее ебало становится опухшим, то есть уже там 20 с чем-то лет можно стать скухом. Ну дайте же попробую на вкус. И хотя я еще даже на тушенку даже не попробовал, уже сказал заебись. Ну мне в принципе сам рис нравится на вкус. Ну, давайте попробуем саму тушенку. Вот. На вкус вот, похоже на колбасу. Знаете, вот этих собственных торговых марок, самую дешевую, которая, если ее там тоже вот так раскрыть и вилкой начать давить, то она превратится в паштет. То есть, паштета образная масса вот такая. И сейчас многие наверняка спросят, а тебе не надоел рис? Вот, почти каждый день на него видео, блядь. Я могу с уверенностью ответить, что нет, не надоел, потому что я не отношу себя к тем людям, которые, пиздец, там, чизвешные, какие-то, которые там, если хотят есть, они хотят есть что-то определенное. То есть я фактически всю свою жизнь там, ел макароны, по 3 раза в день, и мне они абсолютно не надоедали. А если учитывать, что рис стоит, дороже, чем макароны, то, тем более, он не может надоесть. И многие сейчас спросят, а почему ты, так часто рис ешь? Дело в том, что у меня по случайному стечению обстоятельств досталось несколько мешков риса, соответственно, я его ем чисто один рис и все. То есть сегодня, например, с такой тушенкой, даже если бы тушенки не было, я бы не особо огорчился. То есть я бы огорчился по тому поводу, что я не смог бы снять там обзор, то есть на рис с чем-то, потому что, я же не буду на видео чисто сам рис жать, хотя, без видео, за кадром я бы легко мог, чисто сам рис жать. То есть я не вижу в этом ничего плохого. Если сравнить, например, мою жизнь, там, мой рацион, если его можно так назвать, с какими-то там мажорами, тогда, естественно, большинство людей скажут, да как ты можешь вот это есть? А если сравнить с обычными людьми, тем более, которые там жили, давно, например, в каких-то сложных ситуациях, они там скажут, да мы там землю жевали, нахуй, а тут выебываешься, не хочешь, рис с тушенкой жать. В принципе, я отношусь к еде не как там к способу, получить какое-то удовольствие, как тому, что оно позволит мне не сдохнуть с голоду. То есть главное не чисто набить желудок и все. То есть хотелось бы, чтобы вот это оно было вкусней, например. Кроме еды я, по сути, в жизни никакого удовольствия и не получаю. То есть я в прямом смысле живу для того, чтобы жрать. То есть я хикан и инцел, социофоб, за 20 чем-то лет у меня никогда не было тян.
Соответственно, я ничем не могу заменить, ну, как бы, источники на получение удовольствия. В моем случае единственным источником, ну, какого-никакого удовольствия является еда. Ну, я, ну, думаю, огромное, ну, количество людей живут, ну, это тоже, ну, как я, ну, то есть, ну, ради того, чтобы жать. Потому что в основном-то в жизни и нет никакого смысла, ну, то есть. Ну, пожать, ну, поебаться, вот. Ну, второе доступно... Ну, далеко не всем, в наше время оно фактически на большей части вообще недоступно, если вы мужского, ну, пола. Кстати, вот, ну, вкус достаточно нормальный. Мне это интересно, существуют ли там суши, ну, роллы с мясом, ну, с чем-то мясным. Ну, по-моему, охуенное сочетание, то есть, ну, чисто там завернуть на кусок мяса там. Или вообще там на кусок сало, например, там завернуть в рис, бля, в нори, бля. Лично мне, ну, консервы, ну, тушенка с курицы нравится намного больше, чем со свинины, чем там завядин, потому что я, ну, курицу люблю, ну, больше всего. Хотя там многие скажут, бля, ну, курица это не мясо, бля, а что это, ну, по-вашему, ну, да. Ну, то есть она и дешевле, во-первых, она и полезнее для здоровья, и она, блядь, не, там, не такая жирная и вкуснее, вот, ну, чисто для меня. Сейчас я насыпал, ну, примерно, хуй знает сколько, грамм вот риса и, ну, примерно, ну, 200 грамм вот этой, ну, тушенки. Хотя вот я насыпал, ну, я специально, ну, как бы, я сижу на диете, я... Взял, ну, тарелку намного поменьше, а в итоге это, по сути, нихуя и не изменило. Потому что насыпал, ну, как Влад Савельев там, бля, ну, целую, ну, кастрюлю, бля. Вот если бы у меня салат еще был, ну, то да, ну, то он бы все нейтрализовал. А так, увы, ну, то есть. Еще там вот есть, знаете, там рис. А вот этот, ну, вок там, бля, ну, рис там, бля, вот этот, ну, тайский рис там, бля, с морепродуктами. Я его на последний раз ел еще в 2014 году. Ну, в принципе, вот это и ничем, и не хуже.
Да, вот, дорогие друзья, вот сажал и все. И сегодня на обзоре у меня был рис с такой вот консервной тушенкой. Мне она, в принципе, понравилась, несмотря на то, что в ней не особо много мяса. Но, тем не менее, в моем случае выебаться, я не в том положении, чтобы там говорить или как-то критиковать, бля, хули так, мало мяса. Потому что меня все устраивает. Я бы оценил вот это блюдо на 8 из 10 вообще зависит. В общем, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.